Доброе утро! Приветствую вас, Grand Hotel Europa. Сегодня в программе «Сам себе ресторан» мы готовим традиционное итальянское блюдо. А вы вместе с нами сможете приготовить его всего за 10 минут и окунуться в кулинарный мир Неаполя. Именно оттуда и пришел этот рецепт. Это паста, традиционная итальянская паста, та, которую готовит любая итальянская мама. Мамы здесь нет, поэтому готовлю ее я. Для спагетти а-ля гитарра нам понадобится сало, тесто для спагетти, итальянский сыр рикотта, вы можете заменить его любыми другими мягкими видами сыра, протертые помидоры, зелень и лук. Самое главное в спагетти – это, как ни странно, соус, поэтому начнем именно с него. Размятый чеснок обжариваем на оливковом масле, так он отдаст свой вкус и аромат. Главное следить за тем, чтобы он не пригорел. Затем в этом масле обжариваем лук, добавляем протертые помидоры или томатную пасту. Чтобы наш соус получился пряным, добавим немного базилика, соли и перца. В самом конце – сало. Так оно не станет хрустящим, а растает в соусе и придаст ему чуть сладковатый вкус. Теперь приступим к самим спагетти. Этот инструмент называется гитара. Послушайте, какой звук! У него есть струны. Кладем пасту на струны, проводим скалкой по тесту, спагетти режем очень нежно. Я это делаю не так хорошо, как моя бабушка. Если у вас нет такого специального приспособления, то вы можете нарезать тесто тонкими полосочками вручную. Готовится спагетти моментально, достаточно 1,5-2 минут. Когда спагетти готовы, выкладываем их на сковородку. Свежие они лучше впитают соус. Затем приступаем к сервировке. В центр тарелки выкладываем мягкий сыр, затем спагетти, добавляем соус и еще немного сыра. Украшаем веточкой базилика и поливаем сверху оливковым маслом. У этого блюда итальянские цвета, цвета итальянского флага. Зеленый, белый и красный. Buon appetito, create un appetito.